Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь», том 20, вопрос 3402. Что сделалось с некоторыми, как отец Виктор Потапов и отец Петр Перекрестов, епископ Евтихий? Они же были против беззакония в патриархии и поддерживали приходы РПЦЗ в России. А сейчас их голоса не отличишь от МП. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так всегда было. Лучше помолиться о них, об их совести, ибо они достойны сожаления и многих слез искренних. Все они люди хорошие и когда-то многое сделали для выяснения правды в России. Но благовестие в народ нести ни один из них не удосужился. Да не узнают они сего апостольского труда. Каких-то 7 лет назад, вот как говорил открыто отец Петр Перекрестов, а ныне так суматошно мечется, успеть бы к закрытию райкома и хотя бы последние кусочки подобрать от РПЦЗ. От редакции «Узла мысли о России». Цитата. К митрополиту Сергию пришла делегация, которая его умоляла отказаться от декларации. Но он не внял просьбам своего духовенства и паствы, которые были готовы его в отказе от декларации до смерти поддержать. На вопрос делегации митрополиту Сергию: «Вы спасаете церковь?» Последний ответил: «Да, я спасаю церковь». Там же страница 164. Итак, раскол создал митрополит Сергий в самой России с 1927 года, а не с 1990 года, существуют так называемые параллельные структуры в России. А русские иерархи, находящиеся в 1927 году за пределами Родины, остались единомысленны именно с теми в России, кто не принял декларации. Если святейший патриарх Тихон заклял всех вступающих в общение с безбожной властью, а митрополит Сергий в своей декларации сделал именно это, не простирается ли это заклятие на московскую патриархию по сей день? Имело и имеет ли анафематствование патриарха Тихона реальное значение и силу? А его заклятие? Кем эти анафематствования и заклятия были сняты? Это серьезные духовные вопросы, и игнорировать их русский православный христианин никак не может. Благодаря сергианской политике мирские безбожные начальники начали контролировать церковную жизнь до такой степени, что церковные кадры выдвигались и одобрялись ими. А правило 7-го Вселенского собора гласит, цитата, «Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, который глаголит, аще который епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все общающиеся с ним». Опять-таки, имеет ли этот канон реальное значение, реальную силу, или это просто памятник истории? При обсуждении канонических причин, разделяющих русскую православную церковь за границей и московскую патриархию, и этого вопроса не обойти.
Нет сомнений в том, что верующие в России хотя бы внутренне, интуитивно отвергают экуменизм. Это само по себе отрадное и обнадеживающее явление. Большую, но не единственную роль в этом сыграли книги и статьи авторов Русской Православной Церкви за границей. Но не только книги. Наличие приходов и общин зарубежной церкви в России, несомненно, помогло процессу осознания опасности предательства православия в лоне Московской патриархии. Благодаря этим приходам, дабы не потерять прихожан и власть, Московская патриархия вынуждена была открыто заговорить на многие запретные темы, в том числе и об экуменизме. Среди сказанного, цитирую по памяти, было утверждение лаврского иеромонаха, что, мол, епископы и священники Русской Православной Церкви Московской Патриархии, принимающие участие во Всемирном Совете Церквей, представляют не церковь, но только самих себя. Но на следующей же литургии этот же лаврский иеромонах и его единомышленники будут служить на антиминсе, выданном своим священноначалием, и неоднократно повторять имя патриарха как «господина и отца нашего», то есть свидетельствовать свое полное единомыслие в делах веры с теми, которые, цитата, «все делают от себя, а не от имени церкви». Где же быть в таком положении? Как же быть в таком положении? Где же выход для этих монахов? Как поступали в данных условиях православные, когда их иерархи оказывались на пути к отступничеству, если не сказать в ереси? И рано или поздно каждый мыслящий, каждый сознательный и каждый истинно православный священник столкнется с вопросом, как и с кем мне быть? Сейчас наблюдается в России вторая волна, переходящего в лоно Российской Церкви. Так обычно называют Русскую Православную Церковь за границей на территории России, духовенство. Это, как правило, священники, которые себе не строят никаких иллюзий. Выгод в этом решении, как только перед Богом, нет. С проведением нового закона о свободе совести эти священники могут оказаться на совершенно нелегальном положении. И все равно они принимают такое решение. Как же перед ними не преклоняться, их не уважать? Если Московская патриархия прославила старца Нектария Оптинского, а православные святые служат для нас образцом для подражания, то почему же нельзя идти по стопам преподобного Нектария, не признававшего авторитет митрополита Сергия и его последователей? Мы, как православные, должны же прислушиваться к голосу своей совести. И вот в 1990 году она вдруг стала плохой. Она резко изменилась. Как? Почему? Потому что до тех пор она была далеко, она была за границей, она была недосягаема. А теперь она у нас в России. И перед каждым православным фактически впервые за 60 лет стоит не отвлеченный, а реальный выбор. Между прочим, решение о принятии приходов зарубежной церковью не было запланировано. Долго обсуждаемо из России поступил ряд прошений в архиерейский синод, и он решил протянуть руку просящим. Это в традиции Русской Православной Церкви за границей,
быть на стороне гонимых и страждущих. Но ведь это происходит на законной территории Московской Патриархии. Читателям, думаю, известно, что у Московской Патриархии много приходов за границей. Но не в этом дело. Дело в том, что решение быть в лоне этой зарубежной церкви или нет, сейчас реально стоит перед каждым, а это страшно. Но есть и чисто психологический, человеческий момент, который нам следует учесть. Российские приходы гонимы, хотя они немногочисленны, верхний эшелон Московской Патриархии их очень боится. Владыка Приморский Вениамин этого не скрывает. Сколько сил и зла направлено против российских приходов. Любопытно, что для своей неприязни к зарубежной церкви, хотя по разным побуждениям объединяются представители и традиционного, и обновленческого направления Московской Патриархии, этот грех гонения своих же православных лежит полностью на совести иерархии и духовенства Московской Патриархии, которые в этом участвуют, активно ли или своим пассивным молчанием. Когда речь идет о примирении Русской Православной Церкви за границей и Московской Патриархии, этот грех нельзя замалчивать. Желаете ли вы, чтобы мы от них отказались? Будет ли это нравственно? Будет ли это церковно и в духе православия? Нет. На предательстве, пусть и ради высшего блага, нельзя строить церковную жизнь. Может быть, мало кому из читателей известно и другое явление. Если кто-либо был рукоположен в священнический сан архипастырем Русской Православной Церкви за границей на территории России, а их в настоящее время 4, включая Украину, и он желает перейти под амофор патриарха Алексия II, то этого священника перерукополагают. Уже было, по крайней мере, 3 известных нам случая перерукоположений. Первый. Известного ныне благодаря своей антисектантской деятельности отца Олега Стеняева. Он был рукоположен в иерейский сан бывшим епископом Валентином Суздальским, а вернувшись в Московскую Патриархию, рукоположен заново. Это перерукоположение можно еще как-то понять с точки зрения МП, поскольку епископ Валентин был ею запрещен в священнослужении. Другие 2 случая перерукоположения отца Владимира Родиона и отца Дмитрия Гольцева. Отец Владимир был первоначально рукоположен архиепископом Лазарем Журбенко, который получил хиротонию от зарубежных иерархов, а отец Дмитрий – епископом Вениамином, который был хиротонисом в Канаде. Оба, так же как и отец Олег, при переходе в МП вторично рукоположены. Одновременно мы читаем в докладе Богословской комиссии Московской Патриархии Архиерейскому Синоду о том, что, мол, мы, православные, всегда признавали таинство Римо-католической церкви, и свидетельство тому то, что мы принимаем Римо-католическое духовенство в сущем сане. Это просто в ум не вмещается. Своих же православных перерукополагают, а римо-католических клириков принимают в сущем сане. Между прочим, слава Богу, неизвестен ни один случай перерукоположения переходящего из МП
в зарубежную церковь священника, а переходящих в православие из ереси клириков, протестантов и католиков, русская православная церковь за границей не только рукополагает, но и крестит. Не единение ради единения, а только если это единение приведет к победе правды. Вспомним слова святителя Григория Богослова о том, что бывает, цитата, «доброе разделение и пагубное единение». Вот мы и должны бояться этого пагубного единения. Этого и боятся наиболее трезвые силы русского зарубежья. Возможно, не останется во всем мире и голоса, способного свободно, последовательно и до конца по своим силам и возможностям противостоять современной апостасии. Этот голос замолкнет и в лучшем случае станет подобен звуку некоторых нынешних ревнителей православия в России, которые могут говорить, но не могут договаривать все до конца, и которые парализованы в возможности решительно и открыто действовать. Желательно ли в нынешнее апостасийное время, чтобы голос русской зарубежной церкви, церкви, имеющей особую духовную качественность, особое церковное лицо, замолк. Не надо себя тешить надеждой, что зарубежные иерархии войдут в состав МП и произойдет переворот. Сколько сейчас звучит голосов мирян и духовенства в России, и реально говоря, почти никакого внимания на них не обращает ведущий слой, а если и обращает, только ради сохранения своей власти. Входя в общение с МП, зарубежная церковь оказалась бы в общении и с представителями официального православия, с теми, кто совершенно сознательно и нарочито соединяются и с монофизитами, и с инославными. Желательно ли это? Можно ответить, что в случае слияния с зарубежной церковью МП бы прервала общение с официальным православием. Опять-таки, не думаю, что она бы это сделала. А если да, то весьма не скоро. Таким образом, соединение с МП повлекло бы за собой и общение с теми, которые хотя бы частично подлежат анафематствованию за участие в экуменической ереси. Реально говоря, я просто не представляю, скажем, как наши архипастыри могут сесть за один стол с членами Священного Синода Московской Патриархии, с теми, от которых в настоящее время отрекаются ревнители православия в лоне самой патриархии. Заявления и действия членов Синода настолько противоречивы, двусмысленны и временами просто лукавы, что нет малейшего основания надеяться на наличие какой-либо искренности. Кроме того, каждый постоянный член Синода скомпрометировал себя в вопросах веры, будь то речь перед раввинами, прохождение через языческий огонь, модернистское богословие, духовное и молитвенное братание с еретиками. Неужели можно говорить о действительном желании с их стороны преодоления принципиальных расхождений? Известен ли вообще хоть один случай, когда не на словах, а на деле Московская Патриархия проявила хотя бы к российским приходам доброжелательное или просто христианское отношение? Они могли бы хоть раз не
воспрепятствовать общине Российской Церкви в Москве получить помещение под храм. Этим они бы показали, что заслуживают хоть малейшее доверие. Уже теперь на уровне простых верующих, на уровне рядового духовенства, нередко ощущается сближение. Сближение в боли о происходящем предательстве церковных интересов и позиций, о которых мы, в частности, читаем в газете «Русь православная». Сближение в боли за Россию. Протоиерей Петр Перекрестов, 1998 год, город Сан-Франциско. Сравни том 19, вопрос 3337. Послание к Галатам 2.18. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Сирахова 7.9. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Сирахова 38.2. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращается во врага. Так можно ли прожить нам без скорбей, не знать переживаний, треволнений, не надорваться в тягостной борьбе, и чтобы жизнь прошла вполне полнее? Мечтой такою захлебнулся шар, не ныне, много раньше при Адаме, о том гутарит мал кто или стар, но исполнение снов тех не настанет. Скорбь очищает муками рождения, под бременем разверзлись ложи сна. Здесь не помогут никакие деньги, то знает каждая страдалица жена. На каждом поколении какой-то штамп, незримая и прочная печать, нам уготовано лишь смертно прошептать. Все революции, репрессии опять. Нам надлежит немалыми скорбями учиться плакать и глаза лечить. Не так смотрели, плод негодный брали, повыползли нежданно палачи. При выборах келейно в храме помолись, да не посадит Бог по милости нездешней того, кто есть бездушный коммунист. Пусть лучше уж обмылок или сачками пешка. Молотят в нас события стремглав, крошится позвоночнику и целому скелету. Болезнь предсмертная нас из-под валь впрягла, как в дроги похоронные в телегу. В скорбях свербят домашние сюжеты, различны мнения по сущим пустякам. Душа раздетая себя приносит в жертву, и здравый смысл с насмешкой проскакал. По силам Бог дает температуру, хоть холод до костей частенько продирает. Победа не на блюдечке, а добываем штурмом. Умоется скорбями и даже хата с краю. 18 февраля 2007 год. Игнатий Лапкин.